Матюки, убийства и голые сиськи. Дорогие друзья, я очень волнуюсь, потому что сейчас в кадре появится он. Он Юрий Хованский, я, в принципе, не знакома с вашим творчеством, только знаю, что вы пьете и матом. Не знакома с его творчеством. Ну, значит, да, я знакома с вашим творчеством. Ну, в принципе, так и есть, я пью и ругаюсь матом. Мне мама так же говорит, типа, Юра, это все, что ты делаешь, пьешь, ругаешься матом. Я говорю, да, мама, отъебись. Да, еще немного. Давай еще. Да. Что, Хованский, кайфуешь? Мне просто нравится напрягать женщин, знаешь, обычно, которых я встречаю. Он, ну да, помоги свечку, давай. А можно вмешаться? По-моему, будет клёво, стою за... Кстати, он вернулся. Она меня заебала, она, ну да, всё. Она позволяет себе то, что обычно позволяют женщины, которые переспали со мной, но она со мной не переспала. Присоединяются новые персонажи к нам, творческую персонажу. О, шмаренгери! Горбетто! Горбетто! У меня очень сильная ладошка. Ну, удай. Мне это скорее в плюс, чем в минус, что у тебя очень сильная ладошка, поэтому не пытайся меня этим пугать. Нет, мне дико неловко. Здесь более такая спокойная обстановка, много света, и люди тоже в творчестве. Да? Конечно. С оружием. В принципе, творческая обстановка, почему бы и нет. А как вы вдохновились именно, чтобы снимать вот данный клип? Кстати, он будет посвящен чему? Помимо главного героя. Как это говорил, дис на всех недругов Евразии. Ожидания, да? И реальность, которой просто нет. Но. Что нужно сделать, а как вести контент? Нужно просто не сопротивляться. Почему? Всему. Во-первых, вот мой тебе первый совет. Ты видел успешных стримерш? Увеличь декольте. Раза четыре. Типа, у тебя вот, ну, с этим кого-то, даже школьников не привлечешь. Нужно, конечно, декольте вот до сюда. А как же ум? Ну, удачи, окей, хорошо. Но я все-таки говорю, что нужно. Нужно декольте, да, декольте сегодня будет. Обратите внимание, каждый раз, когда я просто двигаю показать, она все равно двигает руку, рассчитывая, что я прямо сейчас в трусики залезу. Вот так относиться к зрителю не нужно. Зритель это чувствует. Не нужно его руку покрывать от залезания в трусики. Так ты не зритель. Нет, он и сам не залезет. Но нельзя к нему так относиться. Он это очень тонко чувствует. Нужно быть раскрепощеннее, как бы подавать себя более открыто. Да, да, да. Я думаю, что, наверное, все-таки не стоит еще раз снимать, и получится, и в итоге. Ну, мы сняли. Сняли? Привет! Салам алейкум. Просто голый мужчина, который по-прежнему пьет, да? Да. Ты всегда пьешь? Что, нормально? Мы можем А ты всегда залезаешь в ванну голым мужчиной? Нет, слушай, это первый раз. Не опасаясь последствий. Да, обычно. Вот, мне кажется, мне нравится... Отец. О, это в 100 раз хуже. Так. Ну как так, блядь? Ну пиздец, ребят, у вас тут не вешают. Андрюх, ты куда-нибудь щебани все наше, короче, чтобы мы не перепутали. Все наше, блядь. Все наше. Все наше, блядь. Берем, что хотим. Наше все. Берем, что хотим. Крым, Донбасс. Запиши видео, обращение. Ну что, Макс, где-нибудь еще кисельное интересное будет? Нет. Максим Марцинкевич, когда ты выйдешь? Мне не с кем рекламировать пирамиды. Ну были я и ты, Бонни и Клайд вдвоем. И теперь ты сидишь. И никто больше не хочет пирамидить со мной. Выходи, Максим, скорее, я жду тебя и люблю. Полина, ты можешь спросить Глэйза? Мы вообще не знаем. Ну ты публик, короче, я тебя узнал. Роман тебя на самом деле зовут, ты да, кум, блядь, кум, блядь. Да, да, да. Два чата видел, блядь? Отвечаю на видео. Ну,
демон Юрец. Давайте, девчонки, вот, короче, помимо того, Юра! Что рядом с ним сидите, да ладно? Чтобы, ну там, не знаю, ты можешь, например, проползти тут спереди покрывать. Ну такое, чтобы вот какое-то движение, короче, окей, было, знаете, хорошо. Как в этих гангстерских клипах. Поползай, там еще что-нибудь такое будет делать. Не просто сидеть. Мы смотри, мы так в платьях, как бы, поэтому все нормально. Не то, что кажется. Так, ну что, читку? Читку, да, читку, но девчонки вообще прям, вы должны быть по это. Вы можете прям на передний план уползать, там что-нибудь там, типа, волосами там. Мы снимаем читку отсюда. От начала до конца. Ну, пока обычно надо. А Гену забрали, да? Да. Кого? Гену. Геннадий, да. Ты можешь присесть тогда. Ой, я сейчас Леша пойдет в раз. Я просто удобнее было. Вот что я не люблю, когда это на кровать ко мне заползает второй мужик без носков. Сейчас вот такой будет. Он в носках. Юр, запахни халат, пожалуйста. Чего ты двигаешься? Зачем им это? Я не понимаю. Ну окей. Пожалуйста. А может там просто не будет и так разбегать на веков? Не может. Легко сказать. Так, ну что, давай читку попробуем. И дубль там прям вообще красиво. Добротный, да? Добротный вообще. Мне нравится вот эта вот камера, которая снимает все это вот так вот отсюда. Это просто... Твоя камера. Я знаю, она просто... Что, давайте еще на общем плане. Вообще все идеально, а потом можно отдельно девчонок снять и отдельно детальки, чтобы вот эти вот все, которые мы хотели. Ага. Юр, давай последний разочек. Вперед, пожалуйста. Я потерялся один перстень. Я думаю, это страшно. Да, мы возьмем его потом, да. Все, припудрить хочется? Давай. Ага. Сейчас припудрится девочка. Это бэнь, 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 бэнь. Батя, отдай. А что тебя не припудрила? Юра Хованский. Просто лежит во всей красе, вот, знаете, вот прям бери, не хочу. Не нужно изображать, будто бы ты сделала что-то, хотя на самом деле ты этого не сделала. Потому что, да-да-да, перед подписчиками возникает один большой вопрос. Какой? Реально ли она лежит сейчас в одной кровати? Я сижу, я не лежу, это очень важно. Ну да-да-да-да-да-да. Ну ты по крайней мере еще можешь сидеть. А ты уже не можешь. Мы все видим твое состояние. Я на самом деле здесь лежу за тем, чтобы халат Юрочки всегда был прикрыт, потому что. Потому что ее это смущает. Да, мне это очень смущает. Да, она воспитана в классической семье. И... А ты? В семье? В неоклассической. В неоклассической. Все и сейчас. Идет. Сейчас мы снимаем действие на кровати. Только что ушел отсюда Юрий Хованский. Да. На самом деле, с такой горячей...